опять приеду через 10 дней. Понятненько. А на чем добираешься? From Moscow, please. Блин, все бы хорошо. Давно не выходила в эфир где-то неделю. Решила зайти, ужасно болят глаза. Я бы сделала поменьше освещения на компьютере, но мне не нравится. Посмотрите, какая я темная. На самолете, понятненько. Ну, зато быстро. Я расстроена, что не смогу тут подольше посидеть. Я планировала на часок зайти в эфир. Но, видимо, не судьба. Thank you, very pleasant. Очень-очень болят глаза. Thank you, Chris. Привет, Антон, привет. Давно не виделись. Дела было бы хорошо, если бы у меня глаза не болели. Как бы конец рабочего дня, все прекрасно, но... Но глаза... Что у тебя за работа, обычная работа? Предпочитаю не общаться насчет этого в подробностях. Работу можно спросить в офисе. Этого достаточно для понимания. Более конкретного чего-то не вижу смысла рассказывать. Каплю в помощь, да, но так как у меня с собой супер маленькая сумочка, я их не взяла. Вот, она просто супер-супер маленькая, и поэтому, ну, что туда поместится, особо ничего. Так что в моей сумке? В моей сумке паспорт, зеркальце, карт-холдер с картами и помада. Прекрасно. Это все. И влажные салфетки. Туда не поместились капли, потому что еще вот это нужно положить туда, если наушники. Ну, короче, супер невместительная сумка, но она мне понравилась за счет ручки. Она прикольная. Типа джин. Вот эти прикольненькие штучки. Я такая, почему бы и нет? Но я люблю все-таки вместительно больше сумка, это прям очень маленькая. So pretty.